Олимпиада рабочих рук, как называют WorldSkills, крупнейшее первенство среди передовиков производства. Михаил Воронцов – один из победителей конкурса профессионального мастерства, выпускник Поволжского государственного колледжа. По образованию фрезеровщик, но у заводского станка постоять еще не успел. С 17 лет участвует в региональном этапе конкурса. В 19 уже взял главную награду на международном уровне. В этом году повторил успех на национальном туре в Казани. На чемпионате нужно было создать деталь будущего, необходимую для производств в ближайшей перспективе. Михаил справился с заданием лучше всех. Свои 20 лет он уже наставник. Готовит таких же молодых ребят к участию в следующих состязаниях. Уверен, соревнования помогут не только сделать рабочие профессии престижнее, но и совершенствовать мастерство трудящихся. Мы набираем сборную также, если говорить именно о сборной, мы набираем сборную несколько людей. И те люди, которые у нас получают какие-то новые знания, но все-таки не совсем как могут пройти далее, они с этими знаниями, которые они получили в сборной, они могут также пойти на производство и быть там лучшими. Вот. И также у нас есть подготовка кадров специальная, то есть с производства нам на повышение квалификации отправляют, и мы помогаем им какие-то новые знания приобретать. WorldSkills – это чемпионат профессионального мастерства среди рабочих специальностей. Сражаются за победу здесь строители, инженеры, дизайнеры, механики. В этом году в копилке Самарской области в два раза больше медалей, чем в предыдущем. Я бы хотел, чтобы эксперты, которые есть в Самарской области, почаще собирались и взаимодействовали в целом над развитием, поскольку у нас сложился большой такой кластер экспертный, и надо его просто использовать и развивать в дальнейшем. За все время проведения чемпионата самарцы заполучили 93 награды. Мы ежегодно показываем очень достойные и приличные результаты. И что особенно радует, что не стоим на месте, не откатываемся назад, а поступательно в результатах движемся вперед. Подготовка к национальным соревнованиям проходила в Тольятти еще в 2013-м. На самом первенстве в Казани за право стать лучшим сражались около 2000 молодых профессионалов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержку молодых кадров относит к приоритетным направлениям развития. Сейчас уже начали готовиться к следующему чемпионату. Мария Левина, Константин Головин. События.